В средней школе номер 10 прошел плановый семинар директоров школ города под руководством начальника управления образования Руслана Ибрагимова. На повестке дня в качестве основного стоял вопрос – работа, проводимая с одаренными детьми, как и какую работу проводят педагоги с такой категорией учащихся. Кроме того, было обозначено о процессе воспитательной деятельности как одного из критериев повышения уровня и качества образования. Будем смотреть, как вот во время проведения урока учителя-предметники обращает внимание на эту работу. Индивидуальная работа с детьми – это дифференцированный подход. Самое основное направление нашей работы сегодня – управление директоров школ, вообще коллективов, педагогов – это поднятие качества знаний. Также на семинаре был обозначен вопрос о процессе и уровне подготовки детей к школьной олимпиаде, как основного показателя проверки полученных знаний. Не остались без внимания вопросы, касаемые посещаемости, а также материально-технического оснащения школ, необходимого для образовательного процесса. Проводя олимпиаду, школьный этап, муниципальный этап, мы видим, какие проблемы у нас есть. Есть моменты, над которыми нам надо работать. Работать надо практически во всех коллективах. Есть очень много направлений работы, есть дорожная карта сделана по пути повышения уровня знаний детей, повышения качества образования. На семинаре было обозначено о методике ведения занятий учителями-предметниками, уровень и качество освоения учебного материала. Кроме того, в ходе семинара проверке подлежала и вся документация каждого образовательного учреждения. Как отметили инициаторы совещания, в случае выявления каких-либо несоответствий, руководству образовательного учреждения будут даны сроки для их устранений. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».